Фастерс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Да фу, ребят, ну все, уже жестите. Какая она красивая, какая зайка нереальная! Мальчики, я решила закончить карьеру стримерши и все-таки показать вам сиськи. Я по таймингу остановила, я думала, просто сейчас надо остановить, чтобы на них посмотреть. Хатьфу, блядь, ебать! Боятся конкуренции. На! Вы видели, что? А ну, на! Спасибо, Ланов, спасибо. Ой, обожаю, каждый день его смотрю. Знаете что, ребят, я вот решила же практиковать эрл стримы, блядь, но что-то, мне кажется, вам не зашло. Вообще. Яндекс.Акси, реально. Эти фортнайтеры такие странные. Ха, ебать, да вот это пиздатая тема, атака. Блять, как? Как это работает? О, это престиж, это престиж, реально? Здравствуйте, живете, словно плавая, в азоте. Знаете, воздухе у нас это самый первый газ. Че за пиздец? Вот эти вкус уже другой. Этот чел хейтер, блядь, я не могу на него смотреть. Он хейтер нереальный. Корвус это хуйня, брат, это все, что тебе надо знать. Вот эти вкус уже другой. Пошла не с другим вкусом. А это чел ровный или он реально такой? Ну поняли. Блин, а почему мы занимаемся сексом все время в спальне? А не пойти ли к нам в ванну сегодня вместо этого? Или даже, может быть, на кухню? Рублей. Погнали! Привет! Ебанутым с добрым утром, привет! Ебать, ты чё, нахуй, кошка, я не пойму? У тебя, сука, 9 жизней, нихуя себе, ты слёту выёбываешь. Ебать, на лещ рассчитан, на 2 года, нихуя. Пусть извиняется, блядь, же. Извинись, нахуй, ебать, ты чё? Ты чё, нахуй, кошка? А потом, ребята, запомните. Спасибо. Этот момент. Запомните этот момент. Пожалуйста, угу. Все сейчас запечатлите такая красивая, этот момент. Такая зайка. Хурма! Брат! Я очки потеряла. Я только сейчас сопоставила эти два видоса. Знаете, эта девочка, вот у нее вообще нереальные очки. Мне они очень понравились, очень понравились. Кто-то там, я тут скоро фигурку Овес разрешение буду продавать. Я напишу тебе, брат, напишу тебе. Все, улетела. Это Исаген? А, нет. Если он сейчас ёбнется, то это смерть в прямом эфире получается будет. Чё так больно мне под футболкой? Бомж ебаный, чё опять угодно? Эй, привет, Хами! Привет, зайка, спасибо большое за 10 евро. Здрасте. В твоём познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения. А, это тот копипас, который, да, я понятно. Пох, какая у тебя там тачка, я поняла. Это оно? У меня никак. Можно смотреть на три вещи.
как течет вода, как горит огонь и как кто-то работает. Никогда не надоест. Ах ты, харчисве! Харчисве! Просто не сделал. А ты вон просто что делаешь? Я? Просто отдыхаешь? Да, отдыхаю. Ой, блядь, пиздата. И как город? Да я тут, знаешь, не первый раз. Нормально. Нормальный город, хорошо. Нормальный город, хорошо. Ещё, знаешь, скажу так. Вон, Таня мне вчера писала, мы встретились, блядь, сходили шары подули, блядь. Люх, ну ты, блядь... Что? Ты чего, блядь, позоряешься? Я, кстати, не знаю, но вообще это сказал, сейчас войс. Пиздец. Все здесь. Мы втроем были, ребят. О, господи, что-то резко как-то произошло все. Я ненавижу эту, блядь, ебаную игру, нахуй, я ненавижу ее, блядь, я просто ее ненавижу. Сколько этому чего лет? Кстати, самый, блядь, я знаю только одного пабгера в жизни, теперь, Макатау, короче, знаю. Боже мой, какой он классный чел, знаете, он в очках такой смешной, такой харизматичный, такой просто, знаете, реально, Гарик Мартиросян просто наяву, мне кажется, просто нереальный. О, велосипеды бесплатные. На них кататься можно, да? Это наши велосипеды. А можно покататься? Нет. Почему? Потому что мы за них заплатили. А, я не знал. Я думал, бесплатные стоят. Правильно, она сразу память пожаловаться. Она что-то вообще как-то испугалась сразу. Я, наверное, батя сказал, типа, защищаю велосипеды. Типа, для кого она такая, не знаю, как за свою детственность держится, наверное. Ну все, вообще, я сейчас его отведу, и детственности больше не будет. Ладно, все, получил. Это Ворникс? Ты за деньги, что ли? Найс рофлит, не за деньги. Найс рофлит. О, мэн! Это лучший, нахуй. Премия Дарвина, тупо ебать. Gotta go fast. Блять, пиздец. То есть здесь может и дерьмо прям выпасть, да? О, Макатао! А чё он тут не в очках? Дерьмо. Чего, блять? Какой зайка! Серьезно? Кайся, я не знал. Можно кидаться говно? Бля, пойдемте дальше. Расскажи, сколько. Я, блять, боюсь что-нибудь сказать не то. Так что пока что мы это, ага. Сколько она стоит? Ну, сумка, я не знаю, она, мне кажется, $1000 стоит где-то. Но мне мужчина подарил. Пиздец, мать заебала, орать и стучать по столу чуть не обосрался. ПЗДЦ нахуй, блять, ты амина. Чекни просто в топ донейшнс у меня снизу. Бро, я не смотрю видосики на стриме, которые мне советуете. Я сыкую бана, поэтому. Мой бывший. Вот, правда, он умер уже, вот, поэтому. Пресс F в чат. F в чат, парни! F бывшему, парни, F бывшему. Да, блядь, пиздец. Ай, блядь. F, парни, я не танцую. Ебать, кусок флекса на стримере, парни, жесть. А будет в конце песенка? Хуйня трек. Twitch FM, брат, катишься, трек хуйня.
Да просто Оскар получила, хули вы, блядь, сидите. Как вам моя рубашечка? Ааа, бан! Люблю людей. Смотрим годный контент. Как же тепло и солнечно стало на улице, и мы вновь открыли сезон охоты. Блядь, Чил в жизни очень круто, ребят. Скоро будет выпуск со мной, мы его посмотрим обязательно на стриме. Если вы со мной его не посмотрите, то у меня случится инфаркт детский, поэтому давайте его. Ты на самых модных и стильных людей. А также обязательно досмотри это видео, потому что в конце ролика тебя ждет розыгрыш 10 тысяч рублей. Погнали! Привет! Ебануться с добрым утром, привет. Ты что, только проснулась? Ну вообще, да, недавно. Блять, вроде вообще не смешно, а Мунрина отреагировала так, что это смешно. Два часа дня, да? Нет, я просто работала. Хатьпу, блядь! Поздно, ну как сказать, до утра. И вот да, мне 22 года, вот жутко громко и запредельно близко. Отличное чтиво. Рубан, Катя Добрякова, Еще раз, сука, заорёшь. Я никого не ебала, это неправда. Это типа вот честно, да, ребят? Ну типа, я не это самое же, я шары не дую. Бетон и Эконика. Представляете, даже такой. А носочки H&M блестят. Красивые, кстати, носочки. Покажи спину. Так, аксессуары. Вот это вот кольцо, оно стоит, ну, на наши деньги рублей 200. Куплено на Филиппинах и подарено Юлии Александровой, моей подругой, актрисой. Мы только что вернулись с проекта «Последний герой».